We're gonna see Oleg. Wait, we're going to put him on the front too. We're not gonna sit in the back, right, dude? Because in the back, he's gonna make you feel pukey. Happy New Year, guys. All right, so we're gonna put him over here because I'm afraid he's gonna puke in the back, right? Yeah, we're gonna go on the front. Hey, here's my boy. Hi, buddy. You like it? You like it much better on the front seat, don't you? Raining today. Hi, my boy. Good dog. Good boy. Not liking the car very much, huh? Not yet. Don't like the car very much. There's my poor boy. Are you drooling a little bit? Yes, you are. Drooling a little bit. There's my poor boy. It's okay, but he's gonna get better, right? Okay. Should we call Oleg? Давай позвоним Олежке. Сейчас Олежка выйдет, да? Значит, моя хорошая собака. Надо позвонить Олежке теперь. Давайте звоним. Ну что, Рука? Камон. Здорово. Ой, какие смотри. Ой. В интернете там да. Lost and found. Ну, надо поставить ему этот самый туда бирку, да, внутрь, когда же самое. Чипковый, да, чип. А, у нас поставили. Уже поставили, да? У нас еще ветеринар, по-моему, более Николаевич, еще, да. Еще хозяйка поставили. Мы еще не поставили его. Еще хозяйка поставили. Еще хозяйка чипировала. Ну что, успокоились, ну, да, ребята, никто, да? Все, никто никого не жрет. Ой, никто никого не жрет. Какой хороший. Оказывается, развилер такие хорошие, теперь маленькие. Господи, вот почему. Проходите. Да. И даже если мы написываем в квартире, это не страшно, потому что это как бы пометили. Тихо, чипсы. Это тоже у нас надевает. Ну тут у нас, короче, курочка есть. Ага. Коньячок. Посмотри, салат под шубой там, я не знаю. Товарищи нам, наши родные, готовят глинтвейн. И разрешают все, да? Да. Кусал. Ну смотри, у нас сколько радости, если можно кусать.